Всем привет! Сегодня будет небольшой, но полезный нюанс, связанный с простановкой размеров на чертеже. А если конкретнее, мы научимся ставить вот такие размеры. То есть размер до теоретического пересечения линий. Иногда пользователи используют для постановки таких размеров дополнительные построения в эскизах. Так делать не стоит. Кстати, в одном из следующих видео я расскажу, для чего можно применять эскизы в чертежах, чтобы это действительно было вот прям вау. Итак, поехали. Как мы обычно ставим размер? Мы указываем либо один объект и сразу выносим длину выбранного сегмента, либо мы указываем два объекта, и тогда размер выносится между ними. В зависимости от того, какие объекты указаны, это может быть линейный, либо угловой размер и так далее. И для нашей задачи нам тоже потребуется указать два объекта. Мы разберем первый случай, где один из объектов — это конкретная уже линия, а второй объект потребует каких-то манипуляций. И вторая ситуация, где обе стороны у нас должны быть показаны довольно специфическим образом. Приступим. Берем размер, указываем нашу линию, а дальше нужно указать вторую сторону размера. И вот здесь нам потребуется более чем один щелчок. Мы должны указать последовательно два объекта, которые должны пересечься, при этом еще и в контекстном меню выбрать соответствующую опцию. Давайте посмотрим. Указываем линию раз, на предпросмотр не смотрим. Выбираем в контекстном меню опцию пересечения и указываем второй объект, то есть линия, которая должна пересечься с первой выбранной нами, и выносим наш размер. При этом инвентор дорисовывает вспомогательные тоненькие линии. Попробуем еще раз, но уже на этом примере. Указываем первый объект, выбираем опцию пересечения, указываем второй объект. И вот мы сейчас указали левую сторону нашего размера. Повторим то же самое для правой стороны. Указываем первую линию, не смотрим на предпросмотр, опция пересечения и вторая линия, и вуаля, мы указали. Ну и еще раз для закрепления. Первая линия, щелчок правой кнопкой мыши, щелчок левой кнопкой мыши по второй линии, и другая сторона, щелчок левой, опция в контекстном меню, щелчок левой по линии, образующей пересечение. Выносим и последним щелчком фиксируем положение нашего размера. На этом все. Урок был небольшой, но, как мне кажется, довольно полезный. Спасибо за внимание и успехов в работе!